и sportbets.com. Сервис, где геймеры ставят реальные деньги на виртуальные события. Только здесь лучшие коэффициенты и самый широкий охват игр от Dota 2 до Hearthstone. У нас зарегистрировано более 200 тысяч пользователей. Присоединяйся, докажи, что ты лучше всех разбираешься в киберспорте. Кто сделает first blood? Кто заберет первого Рошана? Кто выиграет на живой раунд? Участвуй в гонке предсказателей и зарабатывай реальные деньги. Чем больше ставок, тем больше бонусов. Вознаграждение за первый депозит до $600. И sportbets.com. Живой азарт и холодный расчет. Вечер добрый, дамы и господа, с вами Донбас, с вами StarLadder TV. Продолжаем мы следить за про-серией 11 сезона, ну и переходим мы к европейскому региону. Ну и матч двух команд, HH United против команды London Conspiracy. Посмотрим, что он принесет нам и как это все закончится для команды LC. Это самое главное, потому что именно эти ребята идут пока что со счетом 14-0, 14 матчей, 14 побед. Пока что винстрик у них очень-очень огромный, и именно эти ребята являются первыми претендентами на выигрыш в 11 сезоне про серии. Как это все будет, давайте посмотрим именно за этой игрой. И именно эта игра решит, как же закончит у нас команда LC в этом сезоне. Будет ли это 15-0 в европейском регионе, или все-таки одно поражение будет от команды HH United, опять же, определится совсем-совсем скоро. Ну и про HH United давайте тоже поговорим немножко. 12 матчей, 8 побед, ну и 4 поражения. Ребята, которые могут играть и которые могут, конечно же, попадать в топ-6. Как раз они сейчас находятся на 6-м месте. Это значит, что могут они еще подняться выше. Ну, правда, на второе место уже вряд ли попадут со своими проигрышами, но в топ-6, мне кажется, могут удержаться и могут попасть у нас в плей-офф, в лузер брейкет, ну и там как-то все-таки чувствовать себя, не скажу, что уверенно, но могут показать свою игру, конечно же, именно там, очень даже неплохую. Ладно, давайте перейдем уже к матчу. Vengeful Spirit и Zeus залетает у нас в пик от команды HH United. Что же касается команды London Conspiracy, видим мы Огермага, видим Джакира. Ничего вроде бы не поменялось у нас в пиках после апдейта. Ну и по банам минус у нас Брюмастер, минус Death Profit, минус команда, минус кто это? Разор от команды LC. Ну и минус Bloodseeker, вот самое важное, Viper и Ликантроп от команды HH. Также снайпера банят. Ну, видно, что HH United все-таки как-то читали какой-то апдейт. Видно это по банам, это минус Bloodseeker, которого вели, как мы знаем, в CM-мод вместе с минером. Но, правда, минера я еще не видел. Вот в чем моя слабость, но все-таки, я думаю, на плей-офф части он будет, и будет очень-очень классно заходить, и очень будет весело за этим наблюдать. Минус Elder Titan от команды LC, ну и Nature's Prophet сразу же быстрый ответ от этой команды, Ио сразу же мгновенно от команды HH United, там про Assassin, ого, команда London Conspiracy. Ну и HH United, что же доберут Кио? Наверное, все-таки будет это Тини, как всегда. Хотя, возможно, и House Knight. Тоже вариант очень даже неплохой. Но посмотрим, что это будет. Имеется достаточно много времени для HH United, но HH берут, конечно же, Ио. Не скажу, что в каждом матче, но все-таки залетает именно этот у нас товарищ от них. Ну и достаточно неплохо с ним ребята играют, но иногда все-таки не дотягивают. Но это иногда. Сларк
подлетает для команды United. И остается еще по одному бану и по одному пику от команд. Ну, там мы и посмотрим, что у нас будет дальше. Минус у нас Тайдхантер. Ну и что же забанят у нас ХХ? Еще какой-то мейн-керри не хватает именно команде LC. Думаю, сейчас ребята разберутся с этим товарищем. Минус Некрофос. Ого. Вот так вот решили бить. Именно по таким противным героям. Ну и Свен залетает для команды LC. И сразу же Брудмазер для команды United. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какая же это будет грязь, мне кажется. Большая грязь. Ладно, ну посмотрим все-таки, что это будет и как это будет. Надеюсь, все очень будет круто и интересно. Потому что это про серия, потому что это 11 сезон, ну и пока что отличный винстрик для команды LC, который нужно все-таки им завершать, нужно добить, ну, ХХ United, наверное, будет сильно сопротивляться, но опять же посмотрим, как это будет. Ладно, ХХ United начинает у нас за сторону Radiant, Нихи сыграет у нас на Ио, Дизастер на Брудмазер, Литра of Tears, Литр Чая, что ли? Играет у нас на Vengeful Spirit, Хва играет у нас на Зевсе, и Come With Me играет у нас на Сларке. Сторона Дайр, команда London Conspiracy... Не, London... Господи, как же... Conspiracy, все правильно сказал. Кейзер на Tempera Assassin. Снак. Нет, Сканс. Сканкс. Играет на Снаугер Магия. Спартан на Нычис Профити. Релакс. Реалакс. Играет у нас на Джакира. Ну и кто у нас отключился? Мадара будет у нас катать на... Боже мой, на ком? На Свене. Мадара будет катать у нас. Вспомнил я быстренько. Так, ну надеюсь, сейчас быстренько порешаю эту проблему. Игроки. Так, ну тачиса еще не было у нас. Не было у нас про серия. Так, быстренько статистику глянул. Вдруг где-то он залетал. Ну, вроде бы Свен появился, а вот Go, я что-то не вижу, чтобы написали. Go when ready. Пока что не ready у нас. А LC у нас, кстати говоря, второе место заняли у нас в квалификацию 10 сезона в Star серию, если не ошибаюсь, да. Когда они в гранд-финале играли против кого? Нам везет, мы играем. Вот. Тогда, конечно же, греки показали себя вообще с невероятной стороны. Никто не ожидал вот этих ребят. Ну и как видим, сейчас неплохо так стреляют. Причем это не один турнир, где ребята так себя показывают. Все же очень много, где ребята уже себя неплохо заявили. А, вспомнил, как они назывались. S plus 4 назывались у нас. Такая команда была, которая вот перешла
к организации LC, которая имеет уже там, я знаю, как я помню и видел состав по CSGO, который очень даже неплохо выступает. Ну как неплохо? Не нипы, но все-таки шарят что-то еще. Перспективно. Так что вот так вот. Ладно, начинается у нас игра после паузы. Ну и посмотрим, что у нас ждет. Опять же, напоминаю, что LC имеет у нас 14-0, 14 побед, 0 поражений. Ну и нужно последняя это победа, 15-я в сезоне. Ну и ребята могут просто печатать плакаты. Начинать печатать плакаты и тому подобное. То есть в этом роде. Ну что же, спрятались тут игроки команды LC в чужом лесу, пытаются они, конечно же, кого-то выцепить, но, как мы видим, не получается этого сделать. А, ну, что это такое? Подождите. Свен у нас фармящий, да. И Джакира у нас фармящий, что стоит тоже отметить. То есть у нас, значит, спрос будет в лесу, по-моему. Или что это такое? Ну, Спартан у нас оффлейнер, как я помню, но судя по закупу у нас Свена, что-то этого... Свена я вижу как фармящего. Ну, сейчас посмотрим, что это будет. Так, отправляются ребята на линию от Спартан. Спартан. Не, Спартан вообще у нас был саппортом, как я помню. Очень даже неплохим. Он там на Ниме катал. На ком еще там любил? На Шейкере катать. Вот Энигма и Шейкер. Вот именно два таких профильных героя у нас Спартана. Нахуй тут в арте время у нас Хэйнайтед. Интересно, что будет делать на основном сейчас профите. Но Спартану нужен второй левел. Как ни крути, все-таки нужно ему получить матчи сколы. С которыми хоть что-то можно-то и делать. Тем временем тут у нас прилетает на мидлейн. Ну и будет, конечно же, убивать курьера. Но курьер, как мы видим, идет такими вот путями. Сразу же ботл несет себе у нас Ио. Ну и курьер возвращается обратно, и после чего, наверное, пойдет на мидлейн. Ну, Спартан очень много потеряет. Ну, посмотрим потом, что это будет все-таки. На тупе. Брудмазер против Джакира. Очень терпит у нас Брудмазер, потому что Liquid Fire — это дикий дэмэдж, плюс еще Dell Breath — это тоже очень дикий дэмэдж. Тем временем проблема у КВМа, КВМ уходит. Сразу же сальвочка идет в бой. И тому подобное. В принципе, тут еще ботл есть, поэтому, думаю, без проблем сейчас будет все для Ио. И для Сларка. Конечно же. Ну вот, Спартан. Дождался курьера. Раз тыченца, два тыченца. До свидания. У нас ботл для Зевса. Ну и Зевс должен терпеть. Должен очень долго терпеть будет. Спартан неплохо нарезает-то, отрывает кусочки очень-очень такие неплохие. Ну и Спартан, нет, не угадывает. Со стороной, ну... Конечно же, мог там еще натыкать. Если был бы сапог, было бы шикарно. Для Спартана, но, как видим, такого не оказалось. Реал Акс, ну, Liquid Fire, и потихонечку, как видим, погибает у нас паучки. Брудмазер, ну, еще неплохо натыгивают, как мы видим, на развороте. Так что Джакера тоже может туда и погибнуть. Вроде как нежданно-негаданно, но, как видим, очень-очень больно. Ну, второй Liquid Fire, конечно же, попроще сейчас будет как-то отбиваться, но все же это не гарантирует успех. В таких ситуациях. Значит, профит.
спрятался, ждет момента. Главное, как-то не подставиться тут. Ну, видим, тут типичный просто саппорт на HS Profit, то есть ничего такого особенного тут нету. КВ Ампер говорит наверх, то есть самодарой. Ну, насбивает у нас Иона, таки вот Ио у нас точно погибает. Это ФБ забирает у нас Угрмейдж, ну и Мадара запрятался в угол, нету маны на станчик, поэтому никак вообще не выжить ему здесь. Спартан тоже может умереть, очень неплохо настакивает у нас КВМ по Спартану, ну и паунч неточный, проблему Виндшфолл Спирит, Винга у нас погибает, ну и КВМ. Манцевать нужно Спартану, есть ИО, минус на Спартан, ну и проблемы могут быть у Угрмага, хотя нет, станчик от Мадары прилетает, поэтому все без проблем. Останавливает всю атаку. 2-2. Становится на счет. Все происходит у нас на топе. На мидл лейне вроде бы спокойно. На топе спокойно. На мидл лейне то же самое вроде бы. Каких вроде бы как агрессий и нету. Опять же, курьер идет у нас пешочком. Я думаю, сейчас Спартан подрежет его или нет. Не. Отправляется в леса у нас Спартан. Второй левел. Все-таки нужно поднимать как-то. Нужно думать, что делать дальше. С этим ночью с профитом. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так и можно всех пауканов потерять. Ой-ой-ой. Ну, выходит под тауэр, выходит Vengeful Spirit, дает станчик Wave of Terror и без проблем забирает, как видим. У нас Джакера наверху. Наверху. Там вот так вот. Есть трэп, взрывается. Хва. Нас уходит. Хотя, кейсер там до конца идет. Наптыкивают очень даже неплохо под фейзами. Но по Т2 идти как-то смертельно. Очень смертельно. Так, КВ. Имеет уже Базиль. Мадара сапог. Уже летит по Т, если не ошибаюсь. Нет, ботл летит для Мадары. Очень много ботлов у нас уже в игре происходит. Зевс у нас убирает на мидлейне. Темпларка забирает этот фраг. Ну и снизу. Снизу тоже происходит драка. Мадара получает станчик от Венги. Прилетает еще Спартан сюда. Станчик-то нужен по КВМу. Да, залетает тот самый станчик, но ее. Ее очень много здоровья возвращает своему тиммейту. Минус Мадара, КВМ может дальше и прыгать. Паунс откатывается, топ-ау тут у Грмага, и сбить-то нечем. Ага, Зевс, Ultimate добивает все-таки Мадару, ну и Спартан тоже на полстолба. Тоже терпит. Ну, подлечили его, должен уходить. Крапиру положил тут у нас Джакира. Вынужден, наверное, был положить, потому что... Уж очень-очень больно как-то, видимо, пробивает его у нас. Брудмазер, ну, Брудмазер видел Soul Ring, имеется сейчас Мидас прилетит ей, поэтому очень хорошо все для Бруды. Второй крипстат на карте, но все же там Джакера с помощью там своих огненных штук все-таки там фармить паучков очень даже неплохо. Спартан погибает вместе с Зевсом на мидл-лейне. Топтор Ассасин отпивается очень даже неплохо. Ну и есть Мейлд, если что, спрячется. Да, спрячется у нас Мейлд. Слетает Игнайт по КВМу. Ну и Кейсер. Пошел Wave of Terror. Начинает сбивать у нас Ио. Ну и что же дальше? Дальше нужно бежать. Потратили у Гермага. И тут главное дальше не подставиться. Паунс будет через 2 секунды. Ну и Мадару тут зацепят. Да, цепляет Мадару, начинает его избивать. Ну и... Минус Мадара. Еще вроде бы Кейсер может у нас встретить. Пошел Wave of Terror. И КВМ под Т2 Tower в своих лучших традициях. Паунс, правда, не точный тоже, как в своих лучших традициях, но станечка залетает точно, это точно. Это мы видим точно. Тем временем у нас, что Джакира неплохо так пинает своего оппонента на линии. Ну, под тауэром все у нас цари, прекрасно мы это понимаем, поэтому...
этим поспоришь. Так, цепляет на свингу. Ultimate пошел туда Свена. Минус у нас Финш Фолл Спирит забирает у нас Ио. Гурмага, ну и Мадара. Мадара пока что живет. Хотя приходит тут Зевс, может накидать тут молнии и закрывает у нас в спруты Ио. Но опять же дэмэдж нужен. Да, минус у нас Ио. Дальше что делать? Дальше у нас Кейсер идет за Зевсом. 7 левел у Зевса. Неплохой мейлт, есть трэп. Ну и летит сюда винга, поэтому нужно тут убегать. Да, убегает. Ну, 10-6 становится у нас счет. Впереди команда ХХ. Это пока. Мне кажется, это пока, но... Чем дальше, тем интересней. Может, потому что есть Бердмазер, которая еще не умирала. Которая очень себя неплохо чувствует на топе. Спартан, который 5 левел всего лишь, имеет 20 лета. На что это, я даже не знаю. Возможно, что это через талисманы, что ли? Потом в Бладмейл. Какой план? Какой план, Спартан? Расскажи мне. Непонятно. А, ну, наверх будет лететь. Наверх будет должны лететь. Закрывать Бердмазер. Да. Именно так. Айспас неточный. Прилетает сюда еще Огр. Ну, просвет же. Просвет же должен быть. Есть просвет. Алтимейт залетает от Зевса. Очень-очень жесткий. Минус у нас профет. Есть айспас, неплохой по Бурдмазер, ну и очень все биты тут команда LC. Нужно уходить. Нужно уходить. Не уходит ни один из двух игроков. Ну и в итоге минус 3, провальный, так можно назвать, ганг в исполнении. В исполнении команды LC. Ну, зато подрезала там Ассасин на Свенжифл Спирит. Тоже очень неплохо. 4-1, кстати говоря, у Кейсера. Приходят сюда иллюзии. Плохо натыкивают. КВМ сверху стоит, поэтому, если что, сейчас подключится тоже к драке. Тем временем Свен покупает себе ПТ. Снизу он стоит, никто его не трогает. Пока что все хорошо для него. Ну и ребята выбирают из команды LC Рошана. Рошана вызывается на Чисколы. Заходили под смоками потом. Поэтому никто их не видел. Так, мигали тут на Джакира что-то. Ну, такое. Тут нас, видим, Паукан отправляется на мидл-лейн, забирает Т1 Тавр. Тем временем у нас Ио погибает. Неудачный влет. Сразу же байбек. Должен лететь, конечно же, вниз. Ну и... И что? И что, непонятно. Ну, минус Т1. Я думаю, или нет. Ну, прилетает сюда у нас Темпларка. Начинает тут крепочков как-то убивать. Видим. Как-то неплохо у нее получается это все дело. Ну и Тавр 130 хп остается. Что ж, не получилось забрать Рошана. Полетел у нас Ultimate тут, значит, с профита. Что у нас? Джакира. Джакира все в порядке. Все в порядке у него. Показывает топовый крипстат. Там, кстати говоря, не очень далеко ушла и Брудмазер. Ну, кстати говоря, сейчас и будет у нас выход на того самого релакса. Да, танчик от Vengeful Spirit, Vice Pass, и на этом все заканчивается. Очень плохое положение у команды LC.
нужно им что-то кардинально менять, как-то по-другому начинать играть, потому что закончить там могут они 14-1. Это никак не хотят делать ребята. Минус у нас, значит, профит. Неудачный врыв. Ну, поймали вингу, минус винга. Ну, вот что дальше делать, непонятно. Кейсер видит троих игроков, не знает, кого бить, погибает. Приходит релакс, ставит макропиру. Паучки у нас погибают, отлично зафармил. Ну, правда, сам умирает у нас Джакира, не успевает отпиться у нас ботлом. Приходит у нас Угрмак, тоже пытается как-то кого-то все-таки забрать тут. Ну, и тоже погибает. Беда. Беда бедой. Команда LC... Еще Спартан у нас где-то просаживается, очень даже неплохо. Пошел Ultimate. Ну и Мадара. Есть еще мана на один стан. Все-таки лучше оставить на Ultimate. Хотя отбивается. Неплохо. Так, КВМ. Забыли мы из этого товарища, имеет уже барабаны. Нахуй на Свена, минус Свен. 19-9. Ну, вы понимаете, что вообще сейчас происходит. И кто сейчас, наверное, победит совсем скоро, потому что 7,5 уже по нетворсу. По экспириенсу, видим, более 5000. Уже к 7 где-то график подошел. Как-то совсем все изи происходит для игроков команды HH United. Ну, почему изи? Потому что вроде бы как неплохо начинали команды LC, но Спартан, мне кажется, все и как раз не то чтобы правильно сделал, но не надо было, мне кажется, Спартана использовать как саппорта. Все-таки надо было его поставить в сложную линию, Свена все-таки фармить. Ну и плюс 2 саппорта было бы самое оно. Хотя, спорное решение. Да ладно. Что ж, убили у нас вингу. Далее идет гонятся ребята с двоими. За двумя игроками. Хва тоже потрачена. Минус Зевс. Ну и вроде бы поймали у нас Ио. Ио тоже у нас погибает. Приходит у нас Брудмазер. Начинает нарезать на Спартана. Спартан что-то не такой уж и жесткий. Уходит минус на Волгар, нахуй еще раз Брудмазер, и могут их разбить. Хотя подключает сюда у нас КВМ, прыгает, ловит у нас Кейсера, когда он уже получает, еще его второй залетает. Конечно же беда, большая беда. Имеется паунс с Ларка, но далеко ушел у нас Кейсер на своих фейзах. 22-12 становится у нас счет. Ну, видим Яша. Брудмазер, видим Арчит Брудмазер, тут у нас Яша, имеет все с Ларка, тут Форстаф у Зевса, короче, много айтемов, тут у нас Юлы, которые собираются у Джакира, Свен ПТ всего лишь имеет, что у нас тут, Профет, видим, да, ну, Талисмана и Фейзы, ну и там Дарасасин Яша имеет, ого, Яша, Фейзы, барабаны. Тоже не ахти как много. Так, уходит у нас Зевс на Фурстафе, влетает у нас КВМ. Ну, минус у нас Джакира, ловится там два игрока команды HH United. Минус у нас Ио, КВМ, Паунс. Ну, сейчас Тригенец, наверное, да. Нет, улетает. Ну, и в итоге 1-1 размен получился, но тут... Тут такая вот проблема с Брудой у нас начинается у команды LC. Потому что этот товарищ не будет медлить. Товарищ будет уничтожать. Причем очень быстро уничтожать. Ну. Все. На этом все. Минус у нас Ассасин. Ну, конечно же, разменяются тут ребята, хотя очень быстро у нас тригенилась Бруда, включив свой ультимейт. Спартан тоже погибает, трипл килл в исполнении у нас дизастера. Лол, и еще и улетает.
Раз ее. Ну, просто жесть. По-другому это не скажешь. Ну, на ХГ взлетает у нас Бредмазер. Минус у нас товарищ Реалакс. Ну и сразу на Т3. Сразу на Т3, 18-я минута. Это Хэйюнайтед, дорогие друзья. Да, о чем я говорил в начале матча, как раз на стадии пиков, что Хэйюнайтед могут играть у нас в плей-офф и достаточно там неплохо себя показывать в таких вот матчах. Ну что ж, последняя драка, возможно, последняя драка у нас в нашем матче. Минус у нас Жакира, погибает также у нас Мадара, хотя стики юзает Мадара. Регеночка, баночка, Мадара живи, нет. Мадара у нас погибает вместе с Огра, минус у нас Спартан. Ну и там Тарасасин тоже у нас потрачено. Байбак вот товарища Свена, но... Ну тут ГГ. Тут гудки. Ну что же. Хэйюнайтед прерывает серию побед у заговора Лондона. Или лондонский заговор. Или конспирация все-таки подходит больше. Лондонской конспирации. Ну все-таки да, лучше как-то выглядит лондонская конспирация. Проигрывает свой последний матч в сезоне, но все-таки мы увидим их в плей-оффе. И я думаю, что в плей-оффе они будут сортовать у нас с верхней сеточки, да, с Winner Bracket. Да, всего лишь одно у них поражение, поэтому тут вообще без вариантов. Так что именно там мы их увидим после Нового года, с ними мы прощаемся. Ну и будем мы наблюдать именно за командой LC. Надеюсь, что там они будут показывать свою уверенную игру, а не то, что было сейчас, просто какая-то жуть, а не игра.